Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net, Unit 4, секция 4, упражнение 65. Describe your best friend. Add some details about his or her hobbies. Опишите своего лучшего друга. Добавьте некоторые детали его увлечениях. Include his or her name, age, appearance, characteristics, hobbies, pets. Укажите его либо ее имя, возраст, внешность, характер, увлечения, домашних питомцев. Окей, читаем текст, который у нас получился, и переводим. I've got a friend. Her name is Lena. She is 13 years old. She's taller than me, with long fair hair and dark blue eyes. She's a very calm person, but sometimes she's a bit shy. She likes to spend her free time outdoors. She's a good dancer too. Lena has a pet at home. Its name is Sam. It's hamster. He has a tiny red house in his cage and likes to carry there everything he got. He collects carrots and cucumber seeds and nuts there. Lena loves her Sam. Переведем. У меня есть подруга. Ее зовут Лена. Ей 13 лет. Она выше меня, с длинными светлыми волосами и синими глазами. Она очень спокойный человек, но иногда она немного застенчива. Она любит проводить время на свежем воздухе. Еще она хорошо танцует. Дома у Лены есть питомец. Его зовут Сэм. Это хомяк. У него есть крохотный красный домик в клетке. Туда он носит все, что у него есть. Он собирает там морковку, огурцы, семена и орехи. Лена любит своего Сэма. Окей, мы с вами привели пример, описание лучшего друга и постарались отразить все пункты, которые у вас представлены в упражнении. Упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группу в социальных сетях.